Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам вместе со мной приготовить очень вкусный десерт к чаю – шоколадный торт без выпечки. Оставайтесь со мной и начнем готовить! Итак, для приготовления нашего вкусного десерта к чаю или тортика нам понадобятся прежде всего такие вот коржи песочные Чирока, пачка масла, оно у меня уже такое вот мягенькое, очень растаявшее, давно лежит, специально, чтобы сделать из него крем. Потом, смотрите, молоко сгущенное с сахаром и какао, бананы 2-3 штуки и мандарины для украшения. Итак, начинаем делать. Только хочу сказать, что у меня уже на канале есть подобный рецепт из этих коржей, но только я использую, там делаю другой крем, поэтому тортик получается совершенно с другим вкусом. Кому интересно, посмотрите, ссылочка на нее будет под видео в описании, называется «Торт без выпечки». А сейчас приступим к этому тортику. Итак, масло я соединила со сгущенным какао, и сейчас будем взбивать это в крем. Крем готов. Ушло не больше минуты где-то, чтобы сделать этот крем очень быстро. Теперь нарезаем бананы кружочками. Бананы я нарезала, у меня здесь два банана. Если надо, будет потом подрежем, то есть смотрим по ходу. Сейчас приступаем к формированию самого торта. Итак, промазываем первый корж. Украшаем бананами. Ну, может, не украшаем, да, прокладываем, потому что будут слои. Видно, их не будет, это да, для вкуса. Бананы проложили, теперь следующий. Тоже его вымазываем, смазываем, пропитываем нашим кремом. И снова бананы. Следующий корж. Бананы. Бананы пришлось подрезать, то есть еще один банан, третий используем. Кстати, тортик промазываем и не забываем вот здесь вот по бокам тоже его промазывать, чтобы он хорошенечко пропитался везде, всюду, и сбоку, и сверху. И еще немного нам остается до завершения. Остатки бананов я так распределила. И все, промазываем верхний слой и готово, почти. Итак, все коржи промазаны. Теперь наш тортик отправляем на ночь в холодильник, чтобы он как следует пропитался, и утром будем украшать его мандаринами. Я обязательно покажу вам, какой он получился в разрезе. Он получается очень сытный, очень жирный такой, нажористый, потому что пачка масла в креме, как вы видели, по сравнению с тем тортиком, который я делала раньше с другим кремом. Он вкусный, и преимущество его в том, что за один раз его много не съешь. Итак, до утра. Итак, наступило утро, достала тортик, украсила его мандаринами, ну вот как-то так. То есть вы можете украшать по своему усмотрению, как вам будет угодно и чем угодно. Кокосовая стружка, например, у меня было две мандарины, поэтому я так украсила. Ну, я делала для себя, не для праздника, поэтому так. Ну что, давайте его разрежем и посмотрим, какой же он получился внутри. Я его разрезала, посмотрите, какой он получился, хорошо пропитанный. Такой весь такой вкусненький тортик на завтрак с чаем очень хорошо будет. Делается, в принципе, просто. Кому понравился рецепт, не забываем ставить лайки, делиться видео с друзьями и подписываться на мой канал. А я желаю всем приятного аппетита и удачи во всем. Пока-пока!